хотела бы поздравить бойцов с наступающим Новым годом, уже наступившим, пожелать им мужества, отваги и всего самого наилучшего в это нелегкое время. С праздником! В такие счастливые дни, прекрасные, новогодние, и в такие печальные события, которые у нас на Востоке, на Западе, вернее, происходят. Мы тут в таких прекрасных, такой хорошей обстановке находимся. Такая спокойная, такая замечательная праздничная обстановка. Елка вот за спиной у меня. А наши ребята и донецкие, и луганские, и херсонские, и другие ребята, которые подключились, и наши российские, сейчас находятся на передовой линии. Хотелось бы, чтобы это быстро закончилось, чтобы в них все сложилось, чтобы они и наши цели соединились воистину, чтобы им помог свыше сила и Бог, чтобы сила Духа их не оставляла, чтобы они радовались с нами уже через некоторое очень близкое время. Ребята, здоровья вам, удачи вам, за вами целая Россия, мы. Желаем нашим бойцам крепкого здоровья, побольше сил и, самое главное, победы, чтобы они вернулись к нам живые и здоровые. Будьте сильными, главное, никогда не падать духом, чтобы вы помнили, ради кого вы это делаете, и чтобы вы возвращались. Мы вас все ждем. Я хочу пожелать нашим ребяткам, чтобы они вернулись живыми, здоровыми. Мы вас всех любим. За вас переживаем. Вот. И с Новым годом вас. И мы думаем и надеемся, что мы победим. Что еще? Здоровья. Здоровья, еще раз здоровья. Ждем вас всех с победой домой. Живыми, здоровыми. И настоящие мужчины наши. Советские, российские. Наши ребятки. У меня внук там был. Да. Так что все будет хорошо, надеемся, все будет у нас хорошо.